בוקר טוב, שיהיה לימוד ונשמת כל הנפרמים ובכללם לאמור לך בן תמר, להצלחת המסר ופרת המסייל, רפואה שמע חיה רחל בת יפה וגם חיה אסתר בת תמר. הצלחה היא רפואה שלמה, עצמו יורץ כמונרות, פרשיים חוק לישראל פרשת וישב ליום חמישי, נעצבר, שתיים, פיית פסוקים, סתווי סבי שיבוק בהי, סבטו ומיני סבי שני בבן, שטוב במי פה, שילי רוח, סנסטופה ישבה שבתה, גברית, תורה דשתק ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ביד, אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. שרמה סקזה לי שטו ברציה, ובידף יוסף הרשילי יבוא וביץ. גברית עם ראובן, שטו נפרלווה את סקרוב, ברוסתי יבוא ודנו איזיאם, כתורי ואתי פוסטיני, נורוקו נניבו נפרקלדוויצי, для того, чтобы потом спасти его от их рук, вернуть его их отцу. Говорит его отцу, говорит Раши так, леман хацило то, для того, чтобы спасти. То есть, что Тора говорит, Рувен сказал, брось его в яму, чтобы его спасти. Кто это свидетельствует? Говорит Раши, руаха кодеш геида аль Рувен шело амар зот, эля ла хацило то, шеяво гум ваяалену мишам. אמר אני בכור וגדול שבכולן לא ידלה חיסרון אלא בי. ואדמון גברית, סיבישני סבידייטסווית. הוא הקודש, אטום שטו ראובן סקזל ברוס יבו ויאמו אימנה דלתבו שטו בי ספסטי יבו. שטו בי פתום כדה פסיר הזיידות, ספריצי יבו עתודה ויטשית. איבירנות עצו. ראובן סקזל, יא פרווינס, יא סטאש איזך סך. זאתר כדה אני פסיע דומויצה. И скажет, что мы сделали, кто будет виноват? Я был старше, я старше из их всех, кто их не остановил. А кто был сам противником? Шимон и Леви. Не все, все. Дальше говорит Тора. Вайхика ашер ба Йосеф элехав, ваевшиту эт Йосеф эт кутонто, эт кетон эт апасим ашер алав. И было, когда пришел Йосеф к своим братьям, сняли они с него его рубаху, и его джома, и его плащ, скажем, в линейку, которую отец Ашер, которая на нем. То есть у него была нательная рубаха и над этим еще одежда, которую специальная одежда, которую сделал ему Яков Авину. Говорит Раши, кутонто зе халук. Эт кетон это пасим, у шоусиф ло авив йотер аль эхав. Кутонто это его одежда, это его нательная одежда, а кетон это пасим, эта одежда с полосками, это то, что сделал ему отец больше, чем его братьям. Дальше говорит Тора. «Вейкахум вешлиху от Агабора, ва Аборек эн бомаим, и взяли и бросили его в яму. А яма пустая, нету там воды». Нет там воды. Говорит Раши, «Ва Аборек эн бомаим, мимашма шенеймар, ва Аборек эни одеш эн бомаим». Спрашивает Раши, если написано в Торе, «А яма пустая». Если написано пустая, уже само понятно, что там нет воды. Для чего Тора снова пишет? А яма пустая, а воды там нету. Говорит Раши, матер мудломар эн бо майим, майим эн бо, аваль нахашим ва акравим еш бо. Что, как объясняет этот Талмуд? Хахамим говорят, что воды там нету, но змеи и скорпионы там есть. Дальше говорит Тора, теперь здесь интересно, что значит змеи, а куда делись эти змеи и скорпионы, они разбежались по норам. Как объясняют мудрецы, есть закон. Человек, который, видимо, его напал Леев, не обязательно, что он умер, но человек, которого бросили в яму со змеями и скорпионами, 100% он там умер. И даже мы не видели, что он умер, его жена может выходить замуж за другого. А здесь почему с Йосефом он остался живой? Потому что Йосеф был цадик, и все эти змеи и скорпионы разбежались по норам. Йосефа не тронули. Другое описание, хамим говорят, написано, а яма пуста, и воды там нету. Яма, если посмотреть на голову человека, на его череп, это тоже как яма, только там заполнена мозгами. Поэтому хамим говорят, яма пустая, воды там нету. Что это вода? Вода это Тора. Человек, у которого в голове Торы нету, что у него там? Змеи и скорпионы. Человек. Змеи и скорпионы. У живого человека неправильные мысли, все это нечистота у него там в башке варится. Дальше говорит Тора. Ваешву леэхоле лехем. Ваесу анехем вейруине орхад ишмаэлим баа. Баа.
מגלעד וגמליהם נוסעים לחוד וסריב עוד הולכים להוריד מצרימה פתאום אני וברוסלי פוסט את וניסלי זה טרפיזו קושת חלב יפדניאלי סבי גלזה יאובידלי ועוד אורחת ישמעאלים קרבן ישמעאלציאן אידיוט איז גלעדה איך וירבלודן נפולניני איך וירבלודן ויזוט נוחות וסריב עוד הולכים להוריד מצרימה רזני בלגבוניה написано, Раши говорит так. Орхат, кетаргумо, шеярат, альшем, орхе, орах. Орхат, что это орхат? Говорит, караван. А почему орхат назвали? Потому что они идут по пути. Орах – это путь. Те, которые идут по пути, караванщики. Угмалеем нос им, лама пирсема катув, эд масаам, спрашивает Раши, для чего Тора расписала нам, что они везут в Египет? То бизнесмен, какая разница, что они везут? המשנה הראשי להודיע מתן סחרן של צדיקים שאין דרכם של ערביים לשאת אל נפט ויתרן שרחן רע. תורה פישת נם שטו אני ויזלי שטו בפקזת נגרדו פרבדניקם שטו אביצ'נא איתי ערבי ויזות נפט וקירסין תו שטו פלוחה פחנית. נוסדס ולזה נזדמנו בסמים שלא יוזק מריח רע. נוטה כך יוסף עטפרבלל ססנימי ויגיפיד ему, что они Всевышний подготовил, чтобы они везли благовония, духи приятные, чтобы он не мучился и не страдал от плохого запаха керосина и всего остального. Неход, коль не кинусе бесамим гарбе каруй неход. Что это неход? Он говорит, все разные виды благовоний вместе называются неход. Вехен ваяр эм, эт коль бет нехото, мирка хат бесамав. Вунгул Сергеем Рашон Шааба. Вунгул сказал, что это как парафин. Но здесь, как он приводит Раши, что это все виды благовония вместе взяты. Уцри, сараф, анотев, мяце, актав, гу, натав, анимна, им, саммане, акторет. Цри, это то, что мы читаем на питум акторет. Один из десяти, одиннадцати трав, это было цри. Он говорит, это то, что капает из дерева и имеет хороший запах. Из дерева кетав имеет хороший запах. Валот. Лотита шмо белашон мишна, веработено першу шореш эсев у шмо аштролозия. Бемасехет не да. Что это лот? Он говорит, лот это тоже благовоние, это корень дерева, корень чего-то, который приятно пахнет, который называется аштролиза. И заключительный посук на сегодня говорит Тора, вайомер Иуда элеха, ма беца кина рогет ахину вехисину эдамо. И говорит Иуда своим братьям, какая выгода нам, какая польза, что мы заработаем на том, если мы убьем своего брата и покроем его кровь. Говорит Раши, ма беца, ма мамон. Кетаргумо. Онкулус переводит, какая польза, сколько, что мы заработаем, сколько денег мы на этом заработаем, что мы его убьем. Вехисину эдамо, наалим эд митато. Что значит и покроем его кровь? Мы скроем его смерть. Поэтому Иуда говорит, дальше Тора будем читать, что они, давай скажем, его продадим. То это Тора на сегодня. Навина сегодня, продолжаем Амос, он говорит так. Лахем комар Адонай, Элохим, цару свиварец, вегурид ми мех узену узех, венавозу арменотаих. Они что, не были с религией вообще, эти братья? То мы на шаббат скажем, мы должны знать, что это братья, то, что они продали Иосифа, это не так, как сегодня братья спорят. И это, почему они сели кушать хлеб? Потому что это был бедин. Они судили Иосифа. И они засудили, что Иосиф заслуживает смерти за то, что он хотел от них отвязаться. Они считали, что Иосиф хочет сделать из них то, что случилось с Эсавом и Ицхаком. И что случилось с Ицхаком и Ишмаэлем. У Авраама было два сына. Ицхак и Ишмаэль. Что Ицхак это плод, Ишмаэль это кожура, которая вот вокруг плода. Вы берете яблоко, почистили его. Чего оставляете? Яблоко оставляете? А это все остальное выбрасываете. Так и здесь. Так выучил у Ицхака. Так было у Авраама. У Ицхака тоже было два сына. Яков и Эсав. Эсава выкинули. Якова оставили. Яков наследник Авраама и Ицхака. Здесь, братья, все были праведные. Все были праведные. Но они видели, что то, что Иосиф пытается сделать, и приходит папе рассказывать, они такие, они сякие и так далее. Они думали, что он также хочет сделать, чтобы он один остался наследником, а их выкинули. Поэтому это есть Дин Родеф. Это не то, мы должны знать, что все братья, мы не можем свои недостатки проецировать на них.
они называются Шифтея, они называются колено Бога, колено Божье. Поэтому это не то, что сегодня братья поспорили, друг друга ненавидели и так далее. Без разницы, можно ошибаться, скажем, чуть побольше. Но это не то, что мы думаем. Окей. Был бедин, поэтому они сели кушать хлеб. Потому что после этого они сели, что? Они правильно судили. Это не была месть. Они сели и судили по закону Шульхан Арух. Их было 9? Было 9, да. Дальше поехали. Лахенко, говорит Нави, 3 глава Амос, 11 пасук. Лахенко амар Адонай Элохим, цар усвива арец, вехорид мимех узен узех, венавозу арменотаих. Поэтому говорит Всевышний, что враги окружат вас и уменьшат вашу силу, и ваши дворцы будут опозорены. Говорит Раши, цар усвива арец, а цар мухан лаво весавива арец, азот яво, что эти враги готовы прийти и быть вокруг этой земли. Объясняется здесь так, лахен кена марашем элоким, а уеба цорер мухан лаво савива арец, ве юрид мимеха эт хоскеха, ве иждот эт арменотеха, враги готовы прийти. Вокруг твоей земли они тебя ждут, они спустят тебя из твоей силы, уменьшат твою силу и ограбят твои дворцы. Дальше говорит Нави. Комар Донай, кашер яцила хароэ мипиха ариште хераим о бедал озен, кени наслубны Исраэля, юшвим бешомрон бифад мита увидмесек арес. Арес. Увидмесек арес. Кашер яцила хароэ давар муат о бедал орес хас... חוץ העודן הוא תנוך האוזן. ביפת מיטה הוא מקום החוזק שבמיטה, כך ינצלו בחוזקה של ירובעם ויהואז שהושיעם מארם. ובדמשק, ארץ עיקר מנוחתם ומבטחם יהיה על מלכי ארם שבדמשק. טוב, זה נפיסן שאתה אני בודוד נדס, עברי סקנרו שאתה ספסוצה, בלגדריה צעריהם ירובעם ויהואזו, איתך זה בלגדריה תם כתו בדמאסק. Объясняется здесь так, говорит он так, кенам арма кадош баруху, кедвараму аче хола цила руэ мина ария торев гам хаэвер ште рагле кивса. Он говорит, что говорит Всевышний, говорит точно так же, как когда лев напал на стадо. Этот пастух может, и он уже рвет эту овцу, пастух может спасти всего лишь ничего, может две задние ножки. О сухуса хелега кашев шебе озен, или всего лишь какую-то часть его уха, которая cartilage, по-английски cartilage, сухус, то, что твердое есть ухи у нас, твердая часть, хряш, хряш уха. Как и наслу Исраэля Йошвим бешумрон аль-яде хоско шел Еровам бен Йоаш мелех Исраэль. Так, говорит, спасутся евреи, которых находятся в Шумроне, благодаря силе Еровама бен Йоаша, царя Израиля, валиде мархе арам дебе Дамаск, и через царей арамейцев в Дамаске. То есть, не дай Бог, Всевышний говорит, если евреи не раскаются, здесь на них нападут, и им будет очень тяжело, и мало из них кто спасется. Дальше говорит Нави. Кен... Кени наслу айошвим бешумрон бифат, мы сказали это. Шиму ваиду бевет Яаков, ну мадона Элохим, Элохе ха-Цеваот. Говорит он дальше так. Шиму ха-Навиим эт деврай. Ваиду веохиху эт бет Яаков, амар шем Элохе Цеваот. Услышьте пророки мои слова и засвидетельствуйте, и объясните, упрекните дом Иакова, сказал Всевышний царь, Всевышний воинств. Кибайом погди пише Исраэль алав, уфакати аль мизбехот бет эль, венигдеу карнот амизбех веннафлу лаарес. Потому что Всевышний говорит, когда я вспомню их грехи, я засчитаю им это, и рога жертвенника будут отрезаны и упадут. Да, уже на четырех сторонах были выступы такие, которые называются рога. Кибайом шеэско лаганиш альпичей Исраэль, говорит здесь. Когда Всевышний говорит, я вспомню, чтобы наказать грешников еврейского народа. Эско лахрид мизбехода элилим бебет эль.
Он говорит, я вспомню, и уничтожу жертвенники для идолов в Бет-Эли. Я отрежу эти рожки этих жертвенников, которые они сделали, и они упадут на землю. И заключительный басу говорит, «Викети бет хорев аль бет акаиц ве авду бате хашен ве сафу батим рабим на умадонай». И Бог говорит, я уничтожу зимние дома и летние дома, и дома, построенные из слоновой кости. Рабим на умашем. Так говорит Всевышний, «Бате хашен ам хупим бешен ху ацмота пиль». Говорит Раши, что это сделано из кости, из слоновой кости, дома были покрыты слоновой костью, такие были тогда люди. Говорит он так, «Вэчбор эт бате хаширим хамунагим шебану лаэм байт лахорев байт лакаец». Говорит Всевышний, «Я разобью дома богатых, которые построили себе отдельные дома и для зимы, и для лета». «Вэйавду амбатим шенивну бешен пиль вихру батим рабим амар акадош барху». И будут уничтожены дома, построенные из клыков или из слоновой кости. И также много домов будет уничтожено, говорит Всевышний. Это опять же, если евреи не слушают пророков своих. Это Тора на сегодня. Ктувим на сегодня, извиняюсь. Мишле на сегодня. Это Ктувим, глава 8, лист, пасук 28 по 34. Говорит Нави так. Говорит Шломо Амелех так. בעצמו שחקים ממעל בעזות עינות תהום. объясняет так, שהזיק את השמיים העליונים, כשהגביר במים את מעיינות תהום. Вчера говорили Тора или мудрость говорит так, что когда Всевышний укрепил верхние небеса, и когда сделал сильнее водные источники на земле, בעזות עינות תהום, שהגביר מעיינות, говорит Раши. Тора была еще до этого. בשומו לים חוקו ומים לא יעברו פיו וחוקו מוסדי ארץ. בשמו לים חוקיו, גברת גזר עליו שבראו להיקרא לפני משה. написано здесь так, когда Всевышний определил границы для моря, и когда он сказал водам, дал им заповедь, чтобы они ее не нарушили, он установил фундамент земли. Говорит Раши, какую заповедь он дал морю? Когда Бог создал мир, он уже постановил, что когда придет Моше к морю, это море должно разделиться. Бехуко лешон хакика. То, что он нарисовал. Кшебара это ямим, говорит здесь. Кшебара это ямим. Вегазар хок лаям суф ли бака лифне Моше. Вамаем ло авру ал гезирато. Кшехакак есудода арец. Как мы сказали, что Всевышний, когда создал моря, постановил, чтобы когда придет Моше, они разделились. И они не нарушили повеление Всевышнего. Дальше говорит Шломо Амелех. «Вайе эцло амон, вайе шашуим, йом-йом месахек лефанав бехоль эт». Мудрость говорит, я была со Всевышним, и он был со мной каждый день, изо дня в день, играл со мной перед всеми временами. Что говорит? Он говорит, Раши говорит так. Амон гедила эцло. Йом-йом альпаим шана. Объясняется так. Азай гадальте эцло ваити лефанав. Лишашуа альпаим шана кодем абрия. Месахекет умсахекет умсамехет лефанав бехоль зман. Говорит мудрость. Или говорит Тора. Что я выросла со Всевышним. Я была с ним каждый день. Когда? Сколько лет? 2000 до создания мира. Как мы говорили, Тору Бог написал за 2000 лет до создания мира. И Тора была со Всевышним все эти времена. Дальше говорит Шломо Амелех. Месахек эт бетевел арцо вешашуай эт бне адам. Я играла, если можно так с ними сказать, цахакти альдорот аршаим ад Авраам ципити лешашуи каашер Дор Хамидбар Екаблуни. Говорит Месахекет Бетевель Арцо Шельдоро Даршаим Шаюме Адам Аднуах Миноах Вадаврам Шашуим Цепити Адбо Дор Хамидбар Викаблуни. Он говорит, я игралась, и здесь написано, я смеялась над поколениями злодеев. Какие это поколения злодеев?
от Адама до Ноаха, и потом от Ноаха до Авраама. И Тора говорит, я ждала поколения пустыни, евреев, которые вышли из Египта, чтобы они приняли меня. И заключительный пасук из Мишлена сегодня говорит так, «Ваата баним шимули, ваашве дераха ишмору, а теперь, сыновья мои, дети мои, слушайте меня». И хвала тому, кто будет соблюдать мои пути. «Ваата ляха шешемате хашивотай, шиму баним лекули, ашве шумре дераха». Говорит Тора, теперь, мои дети дорогие, когда вы услышали мою родословную, важность мою, что Бог создал Тору за 2000 лет до создания мира. Она ждала, когда мы ее примем. И смотря в нее, Он строил мир. Охраняйте мои пути. Это новина на сегодня. Мишна на сегодня. Трактат Звахим, глава 9. Говорит Мишна так. Опять это Мишнайот о Курбанот. Говорит Мишна, амизбех мекадеш это харауй ло. Раби Йошуа омер, кол рауи ле ишим. Говорит Мишна так. Жертвенник, то, что положили на жертвенник, он освящает для себя. То есть есть части курбанот, которые нужно было воскурять на жертвеннике. Правильно? Теперь. Иногда эти курбанот портились, они были непригодными. Но если их положили на мизбеях, их нельзя было оттуда убирать. Даже несмотря на то, что так как они испортились, мы сами по себе бы их не поставили. По ошибке их поставили. Нельзя их убирать, потому что, говорит Мишна, жертвенник освящает для себя то, что положено ему. Еще раз, амизбех, мекадеш это рауило, афилу давар пасуча, ала ламизбех веукадеш, амизбех эн моридино то, кеван ше уврар лехальковезе давар мекадеш. Теперь говорит, как мы сказали, сделали курбан, курбан стал непригодный. Не нужно было эти части курбана ставить на жертвенник. Но если бы он был пригодный, поставили, и поставили эти непригодные части по ошибке, их с жертвенника не убираем. Дальше говорит Мишна так, Раби Йошуа умер кола рауи ле ишим. Что значит все, что пригодно для того, чтобы его сожгли. Сейчас Мишна объяснит, а что непригодно, чтобы его сжигали. Им ала ло ерет. Если уже положили его на жертвенник, поднялся на жертвенник, его не спускать. Как написано в Торе, книга Вайкра, 6 глава, 2 пасук. Ги ха ола аль мугда аля мизбеях. Это ола, жертва всесожжения, аль мугда аля мизбеях, на мизбеях. Ма ола ши ги руя ле ишим. Точно так же, как Корбан Ола, жертва всесожжения, она сделана для того, чтобы ее сожгли. Им альта лотерет, если уже ее положили на мизбех, нельзя ее спускать. А в коль давар ши ура ули ишим им ала лотерет. Так и любая вещь о жертвоприношении, которая нужно было ее сжечь, ее положили на жертвенник, ее нельзя спускать. А валь давар ши ура ули ишки гон дам пасуль он эсахим псулим афиру им алу ерду. Но, например, дальше мишна, следующий мишна объясняет нам, то есть вещи, которые не сжигают на мизбеях или нельзя сжигать. Например, кровь, которая испортилась. Дам пасуль. Кровь от жертвоприношения, которая стала пасуль. Или возливание. Их положили на жертвенник, надо их с жертвенника убрать. Несмотря на то, что жертвенник придает святость, эти вещи нужно убрать с жертвенника. Дальше говорит Мишна. Рабан говорит, умер, коля рауила мизбеях, им алла лоя речени мар, и аула аль мугда аля мизбеях. Рабан говорит, все, что подходит для мизбеха, не только то, что сжигается, все, что можно ставить на мизбех, если поставили на мизбех, нельзя спускать, как написано в Торе, это ола, которая поднялась на мизбех. Ма ола шигиру я на мизбех, им альта ло терет, а в коль давар шиура уля мизбех, им ала ло ерет. Как ола, жертва всесожжения, которая сделана для того, чтобы ее поставить на мизбех, нельзя ее убирать оттуда после того, как поставили на мизбех, так и все остальное. То, вроде Рабан говорит, повторяет слова Раби Йошуа. Но здесь объясняется так. Веакомен шело ниткадеш бихлила ахар кмитца, гам ледиврей Рабан Гамлиэль им ала ерэд. Дальше. Эн бен диврей Рабан Гамлиэль ледиврей Раби Йошуа эла хадам анесахим. Шерабан Гамлиэль омер ло ерду, Раби Йошуа омер ерду, как мы сказали. Разница между Раби Йошуа и Рабан Гамлиэлем в чем? Раби Йошуа сказал, что кровь неправильная и возлияние, которые были из вина, неправильные, поставили на мизбеях, нужно их снять. Рабан Гамлиэль говорит, нет, поставили на мизбеях, пусть стоят. Следующее мнение говорит Мишна, Раби Шимон омер, хазевах кашер ансахим песулим. Раби Шимон говорит, что эти возливания, которые пришли из-за курбана,
אומר הזבח כשר והנסכים פסולים. הנסכים כשרים והזבח פסול, אפילו זה וזה פסולים, הזבח לא ירד והנסכים ירדו. טוב, יש סיבה לטעם такая סיטואציה. Что Курбан был кошерный, но возливания на него были пасуль, неправильные. Например, их вынесли за пределы Бет-Амикдаша, потом снова занесли. Или Несахим кешерим, веазевах пасуль. Возливания были кошерные, а Курбан испортился. А филу зе везе псулим. Или даже и возливания, и Курбан пасуль. Азевах ло ерет вансахим ерду. Курбан, мясо это мы не убираем с жертвенника, а возливания убираем. Возлияние не сжигали? Нет. Дальше говорит. Дальше это первая мишна. Теперь он говорит, дихтив, колен гевен бехик даш. Почему так он считает? Почему так считает раби Шимон? Потому что написано в Торе, все, что дотрагивается до мизбеха, осветится. И так дальше написано, везе ашер та асе ара мизбех, кевасим нешана, шнаим райом тамид, эна мизбех мекадеш, эля думи альде ола, ма ола хабаа бигла лацма, аф арбаим, בגלל עצמם יצאו נכסים שהם הכשר הזבח, אבל נסכים הבאים מחמת עצמם לא ירדו. Поэтому написано, все, что дотронулось до мизбеха, освещается. Так как можно, мы можем убрать эти возлияния? Объясняет Гмара, если возлияния, они сами по себе были возлияния, тогда их остают на мизбехе. Но если эти возлияния из-за жертвы, то есть, как мы говорили с вами до этого, есть вещи, которые делают жертву пригодной, одно из них это возлияние. Тогда эти возлияния, которые обычно не сжигают, нужно их убрать. Дальше. Вторая мишна говорит так. «Ве-элу им алу ло ерду, халан ве-атаме ве-хайюце». Говорит вторая мишна, следующие вещи, которые положили на мизбеях, даже они неправильно были положены на мизбеях, нельзя их оттуда спускать. Первое – халан. Лан остался ночью. То есть до ночи должны были его съесть. А слово «лина», слово «спать». Бен дам бен эмурим шелану хус на мизбеях. Поставили их за мизбеахом, будь это кровь или будь это части корбана, положили их потом на мизбеях, не спускают их. Вехатаме, вайоце хусным вяту, и даже нечистое, уже положили его на мизбеях. Вехайоце, и то, что вынесли за его положенное место в этом Мигдаше, оставляют их на мизбеях, чтобы они сгорели. Если зарезали курбан не в свое время и не на своем месте, как мы говорили, какие-то курбанот на северной части, какие-то курбанот на другой части. Если приняли этот песуль и окропили его кровью, раби Иуда умер, шинишката балайла, вешинишпах эдамо, вешаяца дама хусла клаим, им альта терет. Раби Иуда говорит так. То, что зарезали ночью, курбан ночью не резали, резали днем. Потом его должны были съесть, сейчас его сжигали ночью. Теперь он говорит, Раби Иуда говорит, если зарезали курбан ночью, или кровь его пролилась, или кровь вынесли за пределы Бет-Амикдаша, если все это положили на жертвенник, им альта терет, нужно его спустить. Как написано, почему объясняет здесь Мишна Д'Элейзер, почему везот Тората Ула и Аула. Арештаха гимель меутим. Написано здесь, второй так. Вот Тора или учение Ола, она Ола. Здесь говорит, три есть вещи, которые уменьшают. Зот, вот это, и иха Ола. Все это лишние слова здесь. Лемаэд говорит Рубида, чтобы убрать с жертвенника нишхат балаля, то, что зарезали ночью. Второе, пролитая кровь, а не окрепленная на мизбеях, и яца дама, и вышла кровь за пределы Бета Мигдаша. Дальше говорит Мишна. Раби Шимон умер лотерет. Раби Шимон говорит, нет, эти части, которые сказал Раби Иуда, нужно убрать жертвенника, он говорит, они не должны спускаться. Шая Раби Шимон умер кольше псуло бакодеш, гегдеш мекабло. Лоая псуло бакодеш, эн гегдеш мекабло. Раби Шимон говорил так. Все, что испортилось в святости, что значит? До того, как принесли его в Бет-Амикдаш, он был чистый и святой. Где он испортился? В Бет-Амикдаше. Тогда мизбех его принимает. Но если это испортилось до того, как пришло в Бет-Амикдаш, тогда уже сам мизбех его не принимает. А как он мог испортиться на мизбех? А что это испортилось? Пасуль стал непригодный, неправильная жертва, у него появилось какое-то увечье, или нечистое от него...
дотронулся до частей уже после шхиты. Дальше говорит Мишна. Третья Мишна говорит, Элу лоая песулан бакодеш, харовея веанирбава мукца. Вот говорит то, что не было их. Вот пасуль, то, что вы спрашиваете, что испортилось, как могло животное испортиться, вот это говорит то, что не было в святости, не было в Бет-Амикдаше. Харовея веанирба. Это животное, которым или мужчина сделал грех, или женщина переспали с этим животным. Веамукца. Или животное, которое отделили для Абудазара. Вехане Эват, или животное, которое уже поклонились Абудазара. Ваэтнан, или человек пошел к блуднице. Или человек пошел и заплатил ей барашком или еще чем-то. Это нельзя приносить в Бет-Амикдаш. Или Увеам Мехир. Что Мехир? Человек продал собаку, поменял собаку на барашка. Этого барашка нельзя приносить на Курбан. Веакилаим. Килаим – это животные, которые мичуринские. Взяли козленка и взяли овцу и спарили их. Нельзя их курбан делать. Веатрефа или тареф. Вехайоце дофен. Или животное, которое вытащили из мамы через кесарево сечение. Увале мумин. Или животное, которое имеет пороки. Все эти животные уже были пасуль, непригодные до того, как их принесли в Бет-Амикдаш. Все это с ними случилось до Бет-Амикдаша. Поэтому говорит, что говорит Мишна, если часть этих животных положили на мизбеях, то нужно их с мизбеяха убрать. Дальше говорит Мишна, Раби Акива Махшир Бебаале Мумин. Раби Акива говорит, если у них есть пороки, со всем этим списком он согласен. Но если есть увечья у этого животного, Раби Акива говорит, можно их оставить. Кигон, шенивгам, докин баайн, киван, шемум, зе, кашер баоф, гам бебема, им ала, лойере. То он говорит, если там был поврежден часть какого-то глаза, так как птицу с таким увечьем можно было принести на курбан, Раби Акива говорит, то и животное нельзя приносить на курбан, но если принесли, то можно его оставить на мизбеях. Дальше говорит Мишна, Раби Ханина Сгана Куаним умер, дохе ая аба эт баале мумин ме аль габе амизбеях. Раби Ханина был Сгана Куаним. Он говорит, мой папа Коэн был, видимо был Коэн Гадоль, он говорит, убирал такие жертвы, у которых были увечья, с мизбеяха, отталкивал их. Ши им алу хая муридан килахар яд увцин а вело дерех бизайон, авал танакама савар демутал уридо бефаресия. И вот мой папа говорит, аккуратно их двигал, не с пренебрежением, чтобы незаметно было, но эти неправильные курбанот он убирал. А Танакама говорил, можно было взять и убрать их оттуда в открытую. Это интересно, что это Раби Ханина Сгана Коаним, это то, что мы тоже учим сейчас в Гмаре Масехет Псахим, он свидетельствовал о том, что было там с нечистыми, изжигали мясо и так далее. Следующая мишна говорит, «Коль». Кешем, шеим алу ло ярду, как им ярду, ло я алу. Все, что мы перечислили до этого. Если их поставили на мизбеях, мы сказали, нельзя было их спускать. Нет, не в третьей мишне, а до этого. Также, если их убрали с мизбеяха по ошибке или еще как-то, то нельзя их снова ставить на мизбеях. Почему? Они там, в принципе, не должны были быть. Ло я алу. Дальше, «Векулан шалу хаим ле роша мизбеях ерду». Говорит Мишна дальше так. А если все эти животные поднялись на мизбеях сами, барашек забежал на жертвенник. Мы видели, там на жертвенник был огромного размера. Ходили там коэны по нему ходили. «Ладан ша марти баале мумин ло ерду хаину давка ле ахар шхитатан, авал хаим ерду». Он говорит, «Векулан шалу хаим ле роша мизбеях ерду». Этот живой барашек поднялся на мизбеях, то надо его спустить оттуда. Почему? Потому что и он был с увечьем, его мизбех не освещает. Дальше говорит Мишна. Ола шеальта хая лероша мизбех терет. Ола, корбан всесожжения, который подняли на мизбех, поднялся на мизбех живой, должны его спустить. И зарезать внизу. Шехата бероша мизбех евшит винатех бимкома. Дероша мизбех кашель шкита вевшет анитуах. Улехатхила асуль мигзерат хахамин дикверашну веперегва. Но если Коэн по ошибке взял и зарезал этого барашка прямо на мизбехе, это Курбан Ола, он говорит, ты его зарезал, там ты его должен снять шкуру, там ты его должен разрезать на части сразу, потому что на мизбехе можно это делать, но мудрецы постановили, чтобы этого на мизбехе
не делали. Есть у нас еще 3 минуты. Пятая мишна говорит так. Пятая мишна говорит так. Ве элу им алу ерду. Следующие, которые поднялись на мизбеях, нужно их спустить. Даже если они кошерные. Потому что они не должны быть на мизбеях. Все, что мы говорили до этого, это то, что обычно ставят на мизбеях. Но если это пасуль, его не ставили на мизбеях. Случайно поставили. Бесар коче кодашим, мсар коче кодашим калим. Мясо жертвы святая святых. И мясо жертвы, которое меньше святость. Почему? Потому что их давали кушать коэнам. Части давали кушать коэнам. Умотар ха омер. И то, что осталось лишнее от курбан омер. На Песах, второй день, приноси, на первый день приносили курбан омер. Уште алехем. Два хлеба, которые приносили на шевот, тоже на мизбехе их не зажигали. Велехем апаним ушере менахот. Или хлеб приношения. Как мы знаем, каждый шаббат приносили в Бет-Амикдаш 12 хлебов. И они были неделю свежие. Их одну неделю убирали, ставили вторую. Поставили их случайно на жертвенник, нужно их с жертвенника убрать. На все 7 дней? 7 дней они стояли в Бет-Амикдаше. И было чудо, что они были мягкие, и рыхлые, и теплые, и свежие. Они потом кушали? Потом коэны это кушали, делили между коэнами. А здесь положили на мизбех, убрать с мизбеха. Веакеторет, кторет это благовоние, потому что ее тоже не сжигают на мизбехе, а сжигают ее на внутреннем мизбехе, а не на внешнем. Хацемер, бераше, кевасим, асе, арше, бизрак, бисканата яшим, ацамод, вагидим, акарнаем, ателафаем, бизманшеем, хубарим, ялу. Теперь, говорит Мишна так, шерсть, которая находится на голове барашка, или борода козленка, или их кости, и их жилы, и их копыта, и их рога. Пока они соединены с частью этого животного, они на мизбеях поднялись, остаются там. Шени Марк написано, Виктира Коэн это кола мизбеха. Написано, Коэн должен все воскурить на жертвеннике. Першу лоялу шени Марк, ве асита олотеха басар ве адам. Но если у этого козленка отрезали эту бороду, да, у козла есть борода, козлиная борода, отрезали ее, или эту шерсть у барашка срезали, или отрезали им эти копыта и рога, и сухожилия, тогда, если их отрезали, их нельзя ложить на мизбех. Почему написано в Торе дальше? И сделаешь олатеха, жертву воскурения, хабасар ве адам. Плоть, то есть мясо и кровь, а не шерсть, волосы, рога, копыта и все остальное. Это пятая мишна, то у нас здесь мы остановимся, продолжим, и завтра, чем блин, вечером, баруха донай ла улам, амен ве амен.